Друзья, друзья мои, если что, всем привет, с вами Никита, и сегодня мы находимся на проекте под названием Strange Bonus, друзья. Не удивляйтесь сразу, почему будет вот такая большая мышка, друзья. Не знаю, видно вам ее большой или нет, потому что я снимаю сегодня, друзья, с телевизора. Вот такая вот ситуация. Ребят, не хочу долго рассказывать, короче, полетел компьютер, а после чего полетел еще и монитор, поэтому снимаю сейчас с огромной плазмы, блядь. Поэтому, ребят, поддержите, пожалуйста, лайком видосик, это не перезалив, это, соответственно, мое возвращение, поэтому, друзья, всем приятнейшего просмотра, ну а мы... Собственно, начинаем. Что здесь добавили, ребят? Я сразу заметил, что добавили обновление 6.9, и, естественно, нужно, наверное, его потестить, посмотреть вообще, в принципе, как все это дело происходит. И давайте, наверное, сразу отправимся с вами на, собственно, рублевочку, попробуем купить себе дом. Ребят, проект свеженький, проект новенький, собственно, обновление, все сделано, друзья. Собственно, по деньгам, что у нас, ребят, убран лимит, без каких-либо проблем вы можете все это дело себе приобрести. Так, давайте сразу вот сюда, наверное, я делаю телепортейшнс. Так... Подожди, а вот можно мне вот, вот мне вот скин вот такой вот, да, а еще вот я его сейчас себе выдам, да, вот прям вот так вот, прям вот так могу, да? Бля, прикинь, еще помню команды, ребят, я еще и помню команды, охренеть, блядь, это просто жопа какая-то, ну. Так, а еще мне нравится СТ-12 и СВ-13. Во, что-то уже, знаете, более-менее, ребят. Ой, бля, слушай, чувствуете, ребят, чувствуется весело будет, чувствуется реально будет здорово прям обосраться. Так, ну что, поехали, ребят. Собственно, что мы посмотрим сегодня с вами? Посмотрим, в принципе, все. Нужно как бы все красиво сделать. Так, байгараги. Плоховато видно, на самом деле, далековато сижу от телевизора, если что, ребят. Но в этом, я думаю, ничего страшного нету. Так, заходим в гараж. Что у нас с вами здесь присутствует, ребят? Ну, обычный стандартный гаражик, ребят, без двухэтажных приколов, ребят, как бы это бывает на многих проектах, да? Ворота открываются на альт. Вот, пожалуйста, ребят, все отлично. И теперь, ребят, самое время, что же я хотел посмотреть. Это главное, естественно, проверить. Это автосалоны, потому что писали много, ребята, там, блядь, Никитос, да-то столько всего понадобавляли. Пожалуйста, давай, родной, заходи, мы тебя все ждем. Я говорю, ребят, спасибо, конечно, огромное, блядь. Все равно провисает почему-то, сука, 16 оперативки в этом. От чего зависания такие? Ну да ладно. А можно мне слэш-увал Лиавы. О, бля... Понятно, ясно. Так, автосалон элитный номер один. Ну что, ребят, давайте посмотрим, собственно, что понадобавляли. Должно быть много всего интересного. Я уже понял, давайте в самый низ сейчас просто пролистнем. Обновление 6.9 на проекте, друзья, естественно, оно присутствует. Это как бы, ну, логично. Это как было бы логично, было бы нелогично, всем как бы до пизды. Ну да ладно, в принципе, друзья, да, я не против сейчас все это дело посмотреть сразу сходу. Ну, блин, пока что-то, блядь, все старое. Но я так понимаю, в самый низ херачить, просто в самый низ. Dodge Ram TRX новый, это по-любому новый. Audi BMW X5M. Чего, блять? Toyota LS300. А, нет, это все еще и старое, серьезно. Я не знаю, ребят, Ferrari 812. Что? Это... Они вообще ничего не добавили, серьезно? Да ладно. Ну, либо я просрал момент, блять. Ну, давайте, ладно, давайте возьмем BMW M8... ГС вот эту вот. Вот это я возьму в белом, пожалуй, цвете, наверное. Надеюсь, возьму. Почему-то не могу выбрать цвет. Вот, отлично. Давайте, ладно, давайте купим. Я буду маломайски проверять сегодня все это дело, ребят. Ну реально, с вас максимальное количество лайков. Так, а что у меня здесь вообще? Mercedes G65. Mazda. Вот, давайте вот это загружаем. Таченцу, тученцу. Вот он, друзья, загрузилось. Все, просто сразу проверяем. Не знаю, как пойдет, не знаю, что будет. Но с вас реально 30-ка лайков, друзья, 100%. Так, слэш кей. Что, добавили что-нибудь, нет? По-моему, ничего не добавили. Слэш спорт имеется на проекте? Нет. Слэш дрифт? Тоже нет. Слэш неон? Тоже нет. Да нахуй это, в принципе, не надо. Так, гиви донаты 0. Давайте выдам себе 10 тысяч. Фу, блядь, у меня нулевой, слава богу. Так, слэш коинс имеется здесь такое? Слэш коинс имеется, ребят, это очень важно. Гиви коинс 0, давайте. Отлично. Так, слэш коинс, давайте проверим, что здесь интересного. Покупка эксклюзивного транспорта. Что у нас из эксклюзивов добавили? Kia K5, BMW 590 KS, Subaru Impreza, буханка инкассация. И, видишь, обидно, ребята, когда ты не помнишь, что было и чего не было. Вот это вот обидно. Kia K5, M5 в 90 CS. Ну, это КС-ка это была 100%. Ладно, подожди, хорошо. Давайте посмотрим, знаете, что? Сейчас я придумал. Гиви донаты. В смысле, серьезно? МН магазин. Во, Мари Централ. Лимитированный набор. ГАЗ-21, Волга Коп, Купе 5. И плюс еще скин такой пиздатенький, да? Давайте приобретем, давайте посмотрим, что это вообще. Что за Централ такой? Допустим, я купил.
И чё? О, Михаил Круг, серьезно? Бля, слышь, прикольно. Подожди, а вот я могу, допустим, не знаю, там где-то скины есть эксклюзивные, нет, что-нибудь такое веселое. Вот номера хочу. Номера будут, естественно, само собой некие, их никто никогда не покупает, они нахуй никому не нужны, потому что только мои все знают, петели получат сразу сходу. А, блядь, возле, вот это вот уберите, ребят, вот это лишнее, назовут, потом возле капота, ну что это? Это ничего хорошего на самом деле не добавляет, и толку от этой анимации вообще нет. Ну, мне она, вот, честно, не нравится, ребят, пишите в плюсик, в комментариях, кому, кто реально считает, что она нахуй не нужна. Так, ну да ладно, собственно, полетели смотреть, все, ребят, все четко, все пушечно, все сосочно, блядь, все работает, все просто потрясающе, вон люди уже катаются, блядь, ребят, слушайте, с таким-то графоном, просто без пролагивания, мне эта игра нравится куда больше на самом-то деле, потому что, блядь, ну, я думаю, оперативочка должна все равно порешивать маленечко, порешивать должна 100%, потому что, как без оперативки, нахуй, типа, тут же играть вообще не надо. Вот, и как бы сейчас 70 FPS показывают, почему-то так мало, блядь, но слушайте, ребят, все потрясающе, все очень здорово. Ой, блядь, петушара, ты болотная, блядь. Я ж тебя сейчас нахуй кикну. Я тебя сейчас реально кикну. Ладно, система светофоров, собственно, по-моему, добавлена, по-моему, не добавлена, я фиг его знает, по-моему, сказали, что добавили, да? Да, система светофоров, зеленый, все отлично, работает хорошо. Так, ладно. Это все проверили, это все посмотрели. Это что такое? Чего? Где я, блядь? Что? Чего? Это что? Что это-то? Это новые трассы? Серьезно? Так, а где-то... Подожди, а где СТО тогда? СТО. Стоянка автомехаников. Вот это типа маршрут. Нет, телепортироваться не хочу. То есть настолько все сделали, блядь. Ребят, я такого не было, я вам отвечаю. Я такого еще не видел. Это конечно, очень здорово, но теперь надо вспоминать. Вот мне штраф прилетел, по-моему, да? Должен, да, вот, был, должен был быть. Фикс-кар, по-моему, да? Фикс-кар. Ноль. Смотри, шинка теперь вот здесь. Бля, ребят, прикольно. Это, конечно, здорово, что стадион сделали прям сразу за ней. Не, ну такого я не видел. Такого я не видел абсолютно. Так, меняется камера, остальное. Спойлеры, клаксоны. Серьезно, ничего нету? Блять, ну это вообще не прикольно. Давай, ладно, в золоте сделаем, похер. Бля, ребят, ну слушайте, просто, смотри, потеряться может просто... Это что за дорога? Это... Что это за карта, блядь? Короче, поменяли, я так понял, чисто понял, стадион. Ну это здорово, это реально очень классно, ребят. Давайте по кейсам, что у нас... Гиви кейс... 11... А... 11.50... Ой, бля... 0.50.12... Есть такие кейсы? Ого! А 13-й... Путь воина... Пиратский кейс... хорошо, гиви... Гиви 0.50... Бля, ребят, слушайте, там... Что-то много всего так прикольного добавили, я правда этого не помню... пиратский, пожалуйста, кейс пиратский. Так, рюкзак бочка. Пират. Рыжик, ну, блядь, рыжик это все. Это в любом месте должен быть рыжик. Это любой кейс для рыжика, без рыжик это не рыжик, это хуйня какая-то. Но, ну, блядь, можно мне не рыжик, можно что-то нормальное, веселое. Я как бы категорически не рад. О, летний прикид, прикинь, то есть что-то. Прикинь, летний прикид. Вот это красиво, я сказал. Прям, знаешь, прям аж выпить захотелось соку. Пиратский пояс заберем. Подожди. Увольте меня. Пас. Так, подожди. Не, ну я хочу еще покликать. Мне что-то прям понравилось. Знаешь, что-то прям... Что? Ну, блядь, больше не хочу брать. Все, меня уволили, хорошо. Подожди, может что-то, может еще дропнется. А что за золото? Что-то тачка какая-то, что ли? Что? Мерседес и секи. Что? Это что за хрень?
Не, я не спорю, это, конечно, прикольно. Но, блядь, можем мне золото пикнуть? Прям вот в харю золотишко мне нарезать. Да, блядь, рыжик, ты надоел мне столько рыжиков, он уже может целую, блядь, армию создать. Еще раз выпадет рыжик, он, значит, он гей. Слушай, вот это классно, это тоже новое, да? BMW 525i E34. Это тоже новое, ребят, кстати, это тоже новое. Это новая тачка. Бля, ну может что-нибудь нормально, нет? Подожди, так, гивикар. Блять, не могу выбрать, как выбрать, как выдать себе тачку. Не в кар, а просто. А ДДК. Да нет, да нет. Ну нет, да ты не прав вообще. Извинись, сука, блядь. Не надо мне так говорить. Какой это ДДК? А, вверх, блядь, точно. 15691. Что это за ведрище, блядь? Что это за ведро? Мне вообще категорически. Я сейчас выйду из игры. Подожди, 692. 691. А, уёб твою мать. А, ну вот это волжана, которая, понял, с кругом вместе идет, короче, в запасе, в полном комплекте. Ну. Подожди, это допустим. А, 689. Уебать. Что это за ведро? Как она? Аскрона, Актрона, блядь. Альтиза, Альтеза, блядь. Субару. Что? Что я несу, блядь? Что за ведра, блядь? Можно мне нормальный кар? Блять, моя стихия, отвечаю. Ебаха! Федеральная служба исполнения наказания. Не, ну все, блять, это моя малыха будет. Я тебе отвечаю, прям зубело даю, это моя тачка будет. Блять, что за ведра, нахуй? Нахуй, вот сейчас какая выпадет, на то и буду ездить. Все, блять, была не была. Менцель? Порш, что это, Порш или Мерседес, БМВ, Менцель? Что такое Менцель? Что такое Менцери? Мерседес? Блять, пускай будет Мерседес. Хуй с ним. Все, в принципе, смотрите. Ну, ребята, это ладно, это мы посмотрели. Кейсы, я не знаю, я, честно говоря, что это такое? Я уходил на паузу, я не знаю, блять, заснялось это или нет. Но кейсы классные, правда, мне понравилось, как бы прикольно. Мне выпало всякая параша, о, в смысле много всего интересного. Как у вас, смотри, рыжик, как бы, ну вот, вот еще рыжик, ну как бы, и еще рыжик. Ну много интересного, на самом деле. Ладно, погоди, не будем угнетать все это дело. Награды, собственно, мои награды. Давайте заберем рюкзак-бочку. Давайте пиратский поезд заберем. Давайте и пирата тоже заберем. Не, ну почему бы нет, ребят, прикольно смотрится. Так, пират. Да, все, естественно, конечно же, работает. Это куда же без этого. Так, надеть. А, в аксессуар поместить. Ну давай поместим. Давай, поместим, сразу проверим, как аксессуар работает. Так, одеваем бочку, собственно, а, бочка, боченция, бочуха, бочон, давай, бочен, блядь, давай, боченция, давай, нахуй. Блядь, как неудобно, понял, вообще неудобняк, мне вообще не нравится. Блядь, в смысле? Что мне не нравится, ребят, то, что я играю с телевизора, с плазмы, блядь, и это очень все крупно выглядит, знаешь, прям очень крупно же, прям раздражает глаз мой, прям дико, я сейчас нахуй его выкину, эту плазму. Все, отлично, хорошо, и поезд, давайте поезд еще напялим. Поезд только, естественно, можно напялить, конечно, само собой. Погоди, а как он должен быть, где перед? А, ну вот, перед, бля, прикинь. Еще бы, знаешь, увидеть что-нибудь в этом, во всем, хорошее. Так, ну подожди. Ну вот, пускай будет так, да? Наверное, как-то вот так. Нормас? Бля, слушай, вообще пуля, да? Прям, вот знаешь, прям тип, прям хороший такой, знаешь, прям отличный типок, мне прям нравится. Прям вот анимацию, знаешь, можно даже, допустим, стойки. А стойки новые есть, нет? Блядь, ну хоть бы стойки добавили, не знаю, от руки вместе, как-нибудь, знаешь, как-нибудь вот так можно вот... Как-нибудь, знаешь, зафоткать так стильно. Вот так, наверное, да, как-нибудь... Бля, слышишь? Ты давай не начинай, нормально общаться. Вот так, да, смотри, прям, знаешь, прям что-то в этом есть. Я вот не знаю, мне прям нравится.
Все, подожди, хорошо. Это мы посмотрели. Что еще здесь есть? Много, короче, какой-то хрени понадобилось. Я не знаю, что еще могли понадобавлять здесь. Короче, ребят, много всего интересного, правда. Много всякой еруды. Подожди, а вот, допустим, я хочу шины поставить. Шины там же ставятся? Что, ведро, блядь? Блядь. Ну-ка, нахуй. Как голосовой чат включить? Пес, бля, куда едешь, нахуй? Пес, бля, куда едешь, нахуй? Че, ничего не сделал за это? Не за мои слова. Все, бля. Че, нахуй? Какой у тебя там ID, блядь? Стой. ХП 1. Сто. На, пей. Бля, слушай, ну мне, знаешь, много всего поменяли, да? А с другой стороны, как бы, блядь, ну как-то, знаешь, ну, такое себе. Где, блядь, шиномонтаж? Подожди, я потерялся в пространстве, еще когда ехал прямо даже, блядь. Я не понял, а куда мне ехать? Или кто сейчас улыбается от моих вот этих интересных фраз, этих вымыслов, умыслов, говна какого-то? Блядь, что, где шиномонтаж? Где шинка? А почему я езжу на каком-то ведре? Стоп, нахуй. Бля, не понял. Вот здесь был шиномонтаж. Вот тут. Именно вот тут. Это, вот это что? Авто... Спасибо. Автовокзал. Он мне вообще в дупля не упал. О, Кругинский стоит, прикинь. Вот он, Марина, своей черной амахасли катается. Бля, нормальный тип. Тип нормально резает. Блядь. Что это? Что это? Аренда авто. Да, ты дурак, что ли? Ты, блядь, ты видишь, на чем я вообще езжу? Ну, не говори так больше, пожалуйста. Никогда, абсолютно. Слэш-рем? Что за слэш-рем? О! Так, почини машину быстренько. Да, ну так вот, к чему я веду, собственно. Много интересного всего, друзья. Я так думаю, знаете что? Вот этот первый разогревочный ролик, вот именно вот посмотрев вот это все, да? Мы забыли самого главного. Это линяем с этого говнища. Хорошо, пусть будет так. Пускай я на себя не обижаю. Ты думаешь, я на себя обиделся, что ты? Да я специально так сделал, чтобы ты просто улыбнулся. И сказал, блядь, Никитос вернулся. Никитос красавчик, Никитос просто молодец. Никитос не бросил свою аудиторию почти 7 тысяч человек. И я такой, ну да, хватит хлопать, ну вы чё. Так, конт спам 6, поехали. Шо у нас тут есть? Это последнее, что мы сегодня проверим. Ребят, я сделал еще один ролик по данному проекту, потому что проект мне пока нравится. По крайней мере, ни одного бага я на нем не встретил. Сейчас онлайн маленький, друзья, 6 человек. Давайте, ребят, кто делает фамилию Trash, так же, как у меня, друзья, получает от меня 2000 доната плюсиком. Вообще без каких-либо проблем. Так, 22 мульта поставим, могу выйти. Бля! У, сука, бля! Ну все, я сгорел, мне просто... Бля! Да, это ведро, я сейчас его утоплю, нахуй. Слушай, смотрится, кстати, классно, Волжана, прям. Что, блядь, да пошел ты на... Слышь, ты знаешь, ты вообще, блядь, видишь во мне пирата, нахуй, не понял? Ты. Ладно, почти... тебе, да. Собственно, ребят, ладно. Спасибо всем, кто смотрел ролик. Ставьте обязательно лайки, обязательно подписывайтесь. Не забывайте, что ссылочка на данный проект находится в описании. С вами был Некит. Всем удачи и всем хорошего настроения, друзья. Увидимся в следующем выпуске, и он будет завтра. Всем пока-пока.